dvhub.ru. Короче, Вася Левин здесь живет? Здесь, конечно, здесь, но его сейчас... Ваш сын бросил мою дочь! Сказать вашему сыну, что нельзя молодому человеку быть таким распущенным. Что? Это мой-то сын распущенный? Вы знаете что? Выбирайте, извините, выражение. Я выбираю. Если бы я их не выбирала, у вас бы уже уши завяли. Что? Прикидываетесь дурочкой? У вас-то неплохо получается, совсем неплохо. Это такая городская сумасшедшая. С нервами. С нервами совсем плохо. Все время боюсь сорваться. Так-так. Тогда я спрошу напрямую. Почему вы так странно выглядите? Боже мой! А, уже кончилось. Вот разиня, форменная разиня. Все забываю, все путаю. Но вы мать Лили. Еще бы. Я ее мать. Ее сумасшедшая мать. Лида как-то на это намекает. Значит, моя Лидочка тоже считает меня не вполне в своей тарелке. Да нет, она просто шутила. Да, если хотите знать, я в детстве тоже мечтал стать артистом. Предположим, мы высоко в горах вдвоем. Погода нелетная. Ветер. Начинается ветер, палатка стоит на краю обрыва, начинается ветер и срывает нашу палатку. Срывает, мы остаемся на ветер. Земля начинает сниматься. Поднимается, чтобы не упасть, чтобы не упасть. Помню, на вступительных экзаменах я читала басню «Стрекоза и муравей». Попрыгуй, я стрекоза, это красная пропела, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Оглянуться не успею. Вы позволите проводить вас до театра? Ни в коем случае! Татьяна Петровна, я сейчас столько передумал, пересмотрел в своей жизни, откуда у вас мой плащ? Если наши дети помирятся, мы с вами будем в смешном и нелепом положении. Нет уж, пусть не мирятся. На чужом несчастье счастья не построишь. Да какое у них несчастье? Ну что вы, Татьяна Петровна. У моего сына и у вашей дочери еще все впереди. Ну, а сейчас, бежи, бежи. dvhub.ru